الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Уважаемые братья, небольшое такое насихат, наставление, в первую очередь для самого себя, и затем вам. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он дал мне тауфик, помог мне, чтобы я следовал тому, что я говорю. И затем вам тоже Аллах дал тауфик следовать тому, что я вам передаю. Аллаху Тааля в Священном Коране, суре Аль-Кияма, говорит следующее: «Ауду биллахи минаш шайтанир раджим». أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ Неужели человек думает, что мы не соберем его кости после того, как он умрет, и после того, как эти кости превратятся в прах? То есть, когда кости смешаются с землей, человек умирает. Аллах говорит, Субхана ва Тааля, неужели человек думает, что вот эти кости Аллах не сможет собрать? Вот такой вопрос задает. А в другом аяте Аллаху Тааля говорит: «Аяхсабу линсану айютрака суда». Неужели человек считает, что мы его оставим в покое? То есть не будем его спрашивать, не будем его отчитывать день Киямата за то, что он совершал. Задает вопрос Аллаху Тааля уже в другом аяте, 36 аяте суры Аль-Кияма. То есть вот так Аллаху Тааля спрашивает, неужели человек так думает? Есть люди, много людей на земле, которые думают, что они не умрут, что они будут жить вечно, что они будут накапливать богатство, будут стремиться к власти, и вот так будут жить вечно. Вот так думают очень много людей на земле. К сожалению, даже среди братьев мусульман, среди мусульман есть такие люди, которые думают, что они не умрут и не хотят представить, что один день ангел смерти может прийти и забрать рух, забрать ихнюю душу, и что ихняя жизнь закончится. Вот об этом думать или представлять это даже многие мусульмане не хотят, смотря на то, как сегодня мы видим, живут наши братья, живут наши сестры. То есть не представляют это смерть. Потом они не представляют, что в могиле их ждет. Они не представляют, что их с могилы тоже Аллах поднимет. И Аллах об этом в Коране говорит. Человек неужели думает, что вот так он умрет, и на этом все закончится? Что не будет отчета, не будет спроса, не будет азаба. Неужели так человек думает? Все это заканчивается. Аллаху Тааля, наш Создатель, наш Творец, который дал нам жизнь, дал нам рух, тело, все это дал, Он в Священном Коране сказал: «Куллю нафсин заикатуль маут». Аллах точку поставил. Каждая душа вкусит смерть. То есть каждый человек умрет на этой земле. Неважно, не исключается никто. Если было бы исключение, Аллаху Тааля их упомянул бы. Кого Аллах исключает из тех, кто? Ну нет. Все люди, все творения,
все, каждый нас. Поэтому и люди, и джинны, и ангелы, и животные, и все творение умрет один день. Таково решение Аллаха. Останется только лишь Аллах, Субхана ва Та'аля. Всемогущий, Всевышний Создатель, только Он останется. А все умрут. Чтобы человек, ну вот, Аллах же для нас много примеров сделал на этой земле. Аллах много назиданий оставил человеку на этой земле, чтобы он чуть-чуть размышлял, немножко задумывался. Среди этих назиданий, среди этих уроков для нас есть те примеры людей, которые Аллах дал богатство этого мира и которому дал власть в этом мире. То есть самый больший, которому дал богатство и самый больший дал власть. Ибн Касир, рахматуллахи алейхи, пишет, четыре человека на земле было, говорит он, которые имели больше всего богатства и имели больше всего власти. Два из них это были кафири, неверующие, а двое были мусульмане. Среди мусульман это были пророк Сулейман, алейхиссалям, и это был Зулькарнайн. Сулейман, алейхиссалям, Аллах дал ему все богатство на земле. Зулькарнайну дал всю власть на земле. От Машрика до Магриба все это было ему подчинено. Он имел власть на всей земле. А среди людей, которые неверующие были на земле, и которым Аллаху Та'аля дал власть, это были Намруз, правитель, и это был Бухтанасар. Намруз, слышали, во времена пророка Ибрахима, алейхиссалям, он был. Аллах ему дал власть на всей земле. Как дал власть? Еще в детстве, по воле Аллаха, как пишут уляма и историки, ветер его бросил в джунгли. И Аллаху Та'аля приказал деревьям, чтобы создавали ему тень, чтобы он, ну, условия создал, чтобы он мог расти. И Аллаху Та'аля дал ему возможность брать знания у джинов. У Намруза эта способность была. И вот у них он научился, как иметь, как научиться власти на земле. Джины его научили. Намруза научили, как владеть всей землей. И вот когда он вырос, что он сделал? Человек же неблагодарный. Аллаху Та'аля говорит в Коране, что большинство людей, они неблагодарные. Они не делают шукру Всевышнему Аллаху. Что мы с вами тоже видим. Столько ни'матов, столько благ есть у нас, но как мало мы благодарим Аллаха за эти блага. Как мало мы шукру делаем Всевышнему Аллаху за эти блага. И когда к Намрузу пришел пророк Всевышнего Аллаха, а это Ибрахим, алейхиссалям, и сказал: уверуй своего Создателя, своего Творца, он что сказал? Прежде чем я уверую в твоего Создателя, ты должен уверовать в меня, он ему сказал, потому что я твой Создатель. И вот так возгордился Намруд. И вот так он возвысил себя, посчитав, что он Создатель, он Творец, что он Всемогущий. Но Аллаху Та'аля в Коране говорит: «Куллю нафсин заикатуль маут». Каждая душа вкусит смерть. Смерть всегда ставит точку на всем. Что Аллаху Та'аля сделал? Когда человек становится высокомерным, когда он начинает гордиться, Аллаху Та'аля ему в этом же мире унижает и в этом же мире его отпускает на свое место, чтобы он понимал, кто он есть. Маленькие комары. История об этом свидетельствует. Огромное количество комаров напало на его войско и погубило его войско. По одной версии через нос, по другой версии через ухо проник в мозг Намруза один маленький комар.
Ничтожный комар. Что такое комар? Которого люди даже его не чувствуют, так скажем. Он проник в мозг и начал кушать его мозг. Долгие годы он кушал, от чего нам рост страдал. Даже в книгах написано, что у него голова так сильно болела, мучался он, что у него был слуга, который должен был бить по голове чем-то тяжелым, и чтобы его голова успокаивалась. И вот так бил его слуга, бил. Не один год же он его бил. И в одной книге написано, вот как мягкий такой этот у него голова, говорит, стала. Ну, такой, ну, пример там приводится, я на русском языке. Мягкий, жидкий такой, он уже не мог, со всех сторон у него пробил. И в один день он ударил, и все. Ну, тот устал, говорят, слуга, постоянно бить, и один раз сильно ударил его. И отчего его голова разорвалась. И оттуда вылетела в виде воробья, уже большой комар, накормленный, так скажем. И все закончилось, эра Намруза. Человека, который имел власть на всей земле. Такого в истории на земле не было из неверующих. Также и Бухтан-Насар, также и другие люди, также и фараон. Самый большой залим был на земле фараон. Вы историю его знаете. Во времена Мусы, алейхиссалям, жил. Он насиловал женщин. Он убивал новорожденных детей. Такого количества на земле новорожденных детей никто не убил, как убил фараон. На земле самый больший зулм людям принес фараон. И он себя считал тоже Богом. Он себя тоже считал Творцом. И вот когда море разделилось перед его глазами, он сказал, что это я сделал. Он и всем своим сказал, это я сделал, говорит, вперед. И вот тут Аллаху Тааля говорит, куллю нафсин заикатуль маут, каждый человек умрет. Там его точка была. И он зашел, и все его войско вместе с ним умерла. Вот так же, братья, какую бы властью человек не обладал, каким бы богатством он не обладал, это все заканчивается на этой земле. И человек умрет, и человек воскрешен будет. И будет отчитываться за все, что он делал. За все деяния, за все поступки. Такова участь. Нам что надо, братья? Нам надо думать о том, как мы умрем? Главный вопрос, который мы всегда должны себе задавать, каждый день задавать. Как я умру? Как я встречусь со своим Создателем в день Киямата, судный день? Что я ему скажу, когда он меня спросит? Вот этот вопрос каждый мусульманин каждый день должен себе задавать. То есть отчитывать себя. Свои поступки, свои деяния. Говорят, как умрет человек, так он и будет воскрешен. Ученый Джалалуддин Суюти, рахматуллахи алейхи, пишет. Есть, говорит, четыре причины, почему человек не сможет произнести перед смертью «Ля иляха илляллах». То есть калима шахада. Почему он не сможет, почему его язык не повернется перед смертью сказать, Джалалуддин Суюти говорит, есть четыре причины. Первое, он говорит, это откладывание намаза. Откладывать от своего времени намаз. То есть бывает среди нас братья, которые не совершают свое время намаз, а потом их делают все вместе. Говорят, так тоже можно, говорит. Я же возмещаю, говорит, эти намазы. И не делает свое время, упускает. Хотя, альхамдулиллях, на сегодняшний день есть возможность каждому мусульманину свое время в любом месте совершить намаз. И никто этому не мешает. Только от него самого зависит, хочет он это или не хочет. Желание, стремление.
Здесь говорит имам Суюти об откладывании намаза. А представьте себе, судьба, участь человека, который вообще не совершает намаз. Среди, к сожалению, есть такие тоже. Среди наших же братьев. Здесь же в городе, видишь, работают, такси работают. Время намаза наступило, у него есть машина, у него деньги, время. Ничего не беспокоит, нет бы зайти, найти место, мечеть или на улице где-нибудь. Постелит коврик, омовение, кибля, повернуться и делать 10 минут максимум, омовение вместе взять. К сожалению, братья не задумываются, они не понимают, что будет завтра. Они не задумываются, что сегодня может последний его день в жизни. Имам Суюти говорит, если человек откладывает намаз, он перед смертью не сможет сказать «Калима ля илляха илляллах». Аллах не даст ему это сказать. Он скажет что-то, о, там, кошмар, что произошло, там, авария, машина. Причин же много бывает. А то будет думать, об этом думать, там бизнес, там это, там... Столько вещей в голову придет, и это все у него на языке будет. И все, остановится его жизнь, все закончилось. Вот так он и станет перед Аллахом. Вторая причина, говорит имам Суюти, причинение вреда мусульманам. Причинение вреда верующим мусульманам, это вторая причина, почему человек не сможет сказать перед смертью «Ля илляха илляллах». Мусульманин это, ну чтобы мы понимали, это человек, который носит ислам. Это человек, который носит в себе религию Аллаха. И Аллах не оставит просто так такого, того человека, который причиняет вред мусульманину. Аллах его накажет непременно. Об этом много хадисов есть. Поэтому мы с друг другом в отношениях тоже должны быть аккуратны, осторожны. Проявлять уважение, проявлять адаб, проявлять хурмат друг другу. Мы же мусульмане. Аллах дал нам ислам, и мы должны беречь его, сохранять. И к друг другу у нас должно быть очень аккуратные отношения. Поэтому Аллах хочет и говорит, чтобы мы были как братья друг другу. Несмотря к нации, несмотря на цвет кожи, не важно, братьями должны быть. Иначе тоже, мы тоже можем попасть сюда. Вдруг мы, не зная, причиняем вред мусульманам. Нельзя. Честь, кровь, имущество – харам. Друг другу нельзя никак причинять друг другу никакого вреда. Третье, он говорит. Третья причина – это принятие опьяняющих веществ. То есть алкогольные опьяняющие вещества. Во многих хадисах говорится об этом. Одурманивающие. Это становится причиной всех бед человека, всех несчастий, и тут же перед смертью он не сможет произнести калима шахада. И четвертая причина, о которой говорит Джалалдин Суюти, рахматуллахи алейхи, он говорит, это ослушиваться свою мать и кричать на нее. Он приводит четвертую причину, не слушаться свою мать и кричать на нее. То есть родители, особенно мать, это особый уровень перед Аллахом. У них особенный статус перед Аллахом. Мы должны слушаться и подчиняться наших родителей. Во всем, если только они нам не говорят харамное. Почему? Потому что Аллах дал нам рух, дал нам то, что есть, но причина того, что мы здесь появились, это наши родители. Сабаб. Аллах их сделал сабабом, чтобы мы в этом мире были, мы выросли, чтобы мы молились. Всему этому есть наши родители причина, поэтому всячески, как можно, максимально мы должны уважать их и слушаться их. Иначе есть опасность перед смертью покинуть этот мир без калима ля илляха илляллах. А пример уважения к родителям и как Аллах возвысил, есть очень много в жизни. Поэтому дай Аллах тауфик, братья, чтобы мы слушались наших родителей. Я это завещаю вам еще раз. Я на Аиде тоже говорил. Это очень важно. Да, Аллах, в первую очередь, мне тауфик, братья, чтобы я покинул этот мир с калима шахада на языке. Ля илляха илляллах. И вам, Аллах, чтобы тауфик дал, чтобы вы тоже покинули этот мир с
И в этот момент у вас тоже было на языке калима «Ла Иляха Илляллах». Амин, Аллах. Дай Аллах нам тауфик, братья. Дай Аллах, чтобы мы молитву, намаз в свое время делали всегда, не откладывали его. И чтобы все остальные предписания, которые Аллах возложил на нас, тоже Аллах дал тауфик исполнять. Вальхамдулиллахи, Раббиль Алямин.